Но главный аттракцион сегодня – выжить. И проект госбюджета 2018 задачу эту не облегчает. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Во время встречи с жителями города Лохвицы он отметил, что дефицит сметы на будущий год 78 миллиардов гривен. При этом власти планируют повысить не только соцвыплаты, сколько расходы на силовой блок и чиновников. Поэтому фракция оппозиционного блока предложит свой вариант документа. У нас на 8 миллиардов будет обходиться Генеральная прокуратура. То есть возрастает платеж, возрастает расходы на миллиард. При этом тоже, допустим, на реальный сектор экономики, на поддержку Южмаша минус 500 миллионов. Бюджет полицейского государства с бедным населением. Мы подготовили альтернативный вариант бюджета, в котором увеличение выплат на социальные нужды, уменьшение выплат на 40% на силовые органы, административные органы. Мы просчитали, что мы можем дополнительно на социальные нужды направить 120 и на реальный сектор экономики 128 миллиардов. Оппозиционеры также считают, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо ввести миротворцев. По их словам, проблема окончания войны волнует почти 2/3 населения страны. Без вмешательства дополнительного контингента ситуацию не решить. Мы это все рассматриваем как механизм восстановления территориальной целостности нашей страны. Это как механизм, как этап для того, чтобы обеспечить безопасность и перейти к политическому урегулированию. И это наша позиция была с самого начала.